Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Север, это прохождение мобильного арка, 16-я серия. Если честно, я не знаю, чего я хочу в этой серии сделать. Ну, наверное, приручить Джобика с данжа. Мы в прошлой серии как раз таки проходили его, я захватил около 7 оплодов. Там и Пурлови, и Сарка, и Капразух, и вроде как даже Топижара с Анкила есть. Ну и, естественно, Джербуа. Ну, а сейчас я пойду приручать себе Ихтиозавра, так как во второй части выполнения ачивок я его просрал. Хотел сводкать Литсихтиса, потом на меня наплыло просто кучу акул. Было куча акул 200 уровня, и все, мы его Ихтиозавра просто загрызли за пару секунд, и мне приходилось просто уплывать, чтобы остаться в живых. Ну, а перед началом серии хочу поплакать, поныть, так сказать. Прошлая серия не набрала ни просмотров, ни комментариев, ни лайков, поэтому давайте на этом ролике соберем 35 лайков. И, думаю, еще 15 комментариев, да, будет норм. Так что, ребят, давайте дизайте, и тогда следующий ролик выйдет примерно через 5, а может даже через 4 дня после этой серии. Я на вас надеюсь, если это произойдет, то, естественно, ролик будет выходить намного быстрее. Блять, что я сказал? Ладно, похуй, вы меня поняли. Я нашел 270-го Ихти, причем в том же месте, где я нашел прошлого Ихтиозавра и Манду. Да, кто не помнит, у меня в прошлой одиночке... была Манта, та одиночка у меня нахуй слетела, впрочем, не суть важна. Это вроде как 8-я серия на моем канале, или 6-я, я не помню точно. Можете посмотреть и, в принципе, понять суть всего высказывания. Прошло около 7 минут, и Ихтиозавр до сих пор не проголодался, а вот Кендари решились на меня сагриться. Ну ладно, халявно, в принципе, бьют токсин, что я буду жаловаться. А еще родился снайпером, да. Кендари за спину заспавнились, нормально, да? Уже не первый раз такое. И так как Ихтиозавр есть, думаю, дай-ка я сгоняю в лавовую пещеру, почему бы и нет, пройду. Просто мне впадло плыть до дома, седло я не взял, потому что я кусок гения. Вот это я снайпер, нормально. Перейти на мувики тупо. Блять, ну и хуй с вами. Я вот хотел вам прикол с лазером показать. Бывает же такое, что когда ты стреляешь голову, а по итогу попадаешь куда-то в тело, в спину, и... Вот, пожалуйста, сейчас. Вот, не попал в голову, хотя целился именно на нее. Сейчас попал 300 урона, а было соточка, понимаешь, да? Если ты меня понял, лазер работает как показатель хитбокса. В принципе, неплохо, но кому это нахуй надо? Не знаю, зачем я это показал, хотел чисто прикольнуться. Тут очень часто спавнятся кендарии, я пришел в большом количестве. Это настоящий пиратский тир, ёпта. Короче, уже пора, наверное, делать грядки, расти там кукурузу, картошку, морковку и так далее. У нас будет всего 6 грядок. Поэтому мне нужны кристаллы, чтобы сделать, естественно, парник, чтобы добиться 300% парникового эффекта, чтобы очень быстро росло. Сейчас пофармим и, естественно, скрафтим. Я хочу переместить свою базу вниз, просто потому что мне банально будет здесь удобней. И меня пиздец как бесит эти щели, эти неровности. А если поставить на эпик? Блять, то же самое будет. Иногда у меня ощущение, что эпиграфика просто улучшает качество там воды, некоторого света падающего и все. Ну просто, ну что это? Ну, блять. Бесит. Ладно, давайте ставить уже. Математика из меня, конечно, никудышная. Я посчитал вроде ровно 18 стенок, а по итогу не хватило одной. Ну ладно. Начинаем потихонечку перенос базы, и первое, что я сюда принесу, это, естественно, промпечь. Вот, супер.
Я Снегма. Да. Короче, ребят, я закончил с переносом базы, появилось много нового, и сейчас мы будем оживлять вроде как Капразуха, да? Да, все верно. Воскрешать, точнее. Блин, звук оживления этот прекрасен. 3700 оглушений. Вообще, на изях, я думаю, нам и хватит этих стрел. Главное, чтобы у него хп хватило. Естественно, хватает нас. А можно, пожалуйста, не водя меня таскать, просто... Я не помню, есть ли у тебя показатель кислорода, ты у меня был один раз на PvP вроде, и все. Больше я тебя не приручал, потому что мне показался бесполезным. И то я на PvP его приручил ради того, чтобы приручить Кетса. Мы тогда снимали коллапс с Веларисом. Двойной рейд называется его видосик, тоже можете посмотреть. Вот, как-то так. Конечно, это был чертов бальзам, почему-то он терялся после смерти, хотя это типа казуал вещь. И Капразов приручился с одного куска прайма? Серьезно? Да, статуя у него, конечно, дерьмовая. Ладно, давайте покатаемся. Да, у него есть выпад. Это нужно сделать слева слайд вверх. Свайп, точнее. И, кстати, да, хотел сказать, то, что на ролике, скорее всего, будут лаги видны, так как я снимаю почему-то в 30 FPS. Не спрашивайте меня, почему. Спросите у моего iPad. Скорее всего, это из-за режима энергосбережения. Так, ну, водя этот кувырок, в принципе, тоже можно делать, но ехать все равно быстрее. Ну, короче, ладно, я его приручил, на самом деле, чисто для галочки, чисто чтобы он у меня был. Теперь я хочу приручить анкилозавра, 250 уровень, стоимость 10 амбера. Амбер у меня появляется каким-то вообще магическим способом, я не бегаю по пещерам, не жду, пока мне амбер выпадет, нет, и вообще я читер ебаный. Кстати, я так посмотрел, это женский пол, то бишь female, то бишь женщина, то бишь баба, то бишь woman, я сигма, Так вот, это баба, а у мой анкилла мужик, то есть я смогу скрещивать, в принципе, отлично. И еще один уровень, и я своего анкилла прокачаю до 1% урона, это просто бомба. Не вижу смысла качать ему вес, так как, ну, а зачем, если я все равно беру кетс, летаю, добываю и вообще пенис, вот. Все, 125 уровней получ, но, скорее всего, 124. Какие киблы у нас любит... А ты чё тут забыл, Дегрот, блядь? Анкилла любит кибл с гейтсадилофазавром. Да. На 70%! Серьезно? С морковки по 7, прикинь? Да, прикольно. Итого он получается 374 уровня. Ну, как и говорил, будет, скорее всего, плюс 124 уровня. Ой, блядь, не надо, не лагай, сука. Бля. Так, ладно, следующую живку приручаем, вроде от лагов избавился. Этот Эпижара, 300 левела, цена возрождения 12 амбером. Давай, спамся побыстрее. И сразу же испугалась, даже, блин, анимации не было возрождения. А, нет, вот. Бля! Вроде в этот гребень попадает, как у птеров, а, блядь, там текстуры нет, как будто. А может, так и есть. Все, двух гротиков хватило. Сейчас будем томить. Я посплю, чтобы время скоротать. Да, солнце. Блять, я у мамы инженер, нахуй, сейчас увидишь. Все, проверяй. Ебанутого характера. Все, блять, я завтра весь дом перестрою, нахуй, инженер, я архитектор, бля! Время приручить топижара. На удивление, она любит киболозавра. Слава богу, у меня завалялся один. Это хорошо. Он, тем более, уже портиться начал, и поэтому да. О! Ледяная вода, кстати, да, я так и не понял, прикол этой ледяной воды, ты можешь как бы бесконечно пить, у тебя вода тратиться не будет, но она будет как-то со временем уменьшаться, то бишь таять, и из-за этого, не знаю, как по мне, очень бесполезно. Бесполезный крафт максимально. Опять за амбером лететь, опа, 250 кетс, ебанутого характера. Это мне капец как повезло, он так невысоко летал, так еще и над моей базой. Да, блядь. Ладно, давай сядем. Сзади. Слава богу, у меня есть грифон.
Потому что Топизара будет догонять, скорее всего, да и Грифон, в принципе, тоже, вот, пожалуйста, уже догнал. Но у него урон так себе, поэтому не страшно. Ладно, это без меня. Я пытаюсь вызвать вот это противное шипение. Моему iPad'у всего лишь 2 года, динамики уже к хуям забились, из-за этого, блядь, микрофон иногда так лагать может, такое шипение будет на заднем фоне. Я просто не понимаю, как вызвать это. Сука! Я ему скормил один кибл рекс, а дальше уже на прайме томил. Все, 374 кетс, это лучше, чем мой, все равно. А, вроде как по весу они должны быть одинаковые, потому что этого все-таки качал. Ну да, плюс-минус одинаковые, но как-то не ебет, потому что этого получится качнуть намного быстрее. Ладно, полетели домой, я думаю, приручу еще мегалозавра. И на сегодня все, да. Ну все, как я и хотел, в принципе, мегалозавр, 300 уровень, для возрождения нужно 12 амбер, опять же начитерил, там накрутил, команду прописал. Я думал, это его анимация появления, а он спать лег, придурок. Ну, он днем не опасен, я думаю, вы все об этом знаете, он медленный, слабо кусается, хп у него, правда, хорошо так должно быть после того, как я приручу его, не знаю, как. Зависит, конечно. У него уже 12 тысяч хп. Ладно, давайте сейчас усыпим, притаймим, блядь, и все. Ебать, он, оказывается, приручился. Я сначала этого не понял. И свернулся в калачик, спит такой. Я думаю, неужели проснулся? Так, давайте эпиграфику. Он может рычать на двойной тап справа. Хорошо, сейчас сделаем какую-нибудь превьюшечку. Я хочу поэкспериментировать. У меня уже есть, конечно, несколько фоток на превьюшку, но это так. Давай, все. Все, всем пока, я наигрался. Нет, не пока. Я хочу предоставить еще немножко слов самому себе. Да, блять, я гений, не спрашивайте. В общем, прошлый ролик, опять же, не залетел, не набрал ни просмотров, ни лайков, ни комментариев. Напоминаю, давайте наберем 35 лайков и 15 комментариев. Ролик выйдет намного быстрее, чем этот, чем прошлый, чем 2 прошлых.
На этот ролик я потратил около 15 часов игры, 7 часов записи, и вот получилось всего лишь 15 минут, грубо говоря. Надеюсь на вашу поддержку, надеюсь на ваш актив, потому что все-таки, чтобы вы понимали, на монтаж этого ролика я потратил целых 3 часа, и это я еще не зарендерил, это я еще не поставил музыку, не прописал описание, теги, не залил на YouTube. Короче, еще примерно полчаса, я бы даже сказал, еще час работы, то бишь, в общем, уйдет 4 часа, чисто чтобы вы этот ролик увидели. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы новенький, так как меня 90% смотрят без подписки. Все-таки я вам не какой-нибудь Фастен, который, ну, грубо говоря, снял, залил, никаких фишек монтажей, никакой музыки даже нету на задний фон. Я не спорю, он наверняка снимает, ну, мягко говоря, долго и отбирает самые лучшие моменты, но в его записях все равно очень много воды. Ни в коем случае не оскорбление, я уважаю труд каждого моего коллеги, так скажем. Вот, ребят, все, давайте. С вами был Север, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и помни, все только начинается.